на канале Клёвая рыбалка. Здесь хоть поклевка есть. Извиняйте за ветер в камеру. Сегодня на улице ветрено. Немножко.
ракурс поменяли. Пишите в комментариях, что думаете по такому ракурсу. Поперла мазь. Мазь поперла. Thank you.
Вячеслав Дмитриевич там дергает, сидит. Вовсю. Говорит, клюв бешеный. Тихо, молча сидит. Дергает. Ну, мы пойдем в палатку посидим, наверное. Что, пришли в палаточку погреться, отогреться. Что у нас тут? Все, что было съедено, походу. Щука попалась. Давайте посмотрим опять дубль 2. Раз-то уже походу сидит капитально. До всякого он уже должен сидеть. Так, это все убираем. Это убираем в прямом полностью. Не хочет идти, что ли? Пять сорта выдернул походу. А, и живца вообще нету. Ну шел хорошо, хороший экземпляр был. Чего? Хорошая щука была. Хороша щука, да не наша. Короче. Хороша Маша, да не наша, да? Сейчас пойду на улицу рыбачить также. Продолжать. Чуть-чуть погреюсь.
Хартюген. Кызмагасы. Да. Бурукты. Табулак. Сегодня поймали, и значит, и также сегодня были представлены, пользовался товарами из магазина трофей.ру. Все ссылки на товары будут в описании к этому видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока, до новых встреч.